Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители. Канал Daily Europe Online. У меня в гостях Сергей Кубовский, доктор экономических наук, профессор. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Сергей, сегодня мы с вами поговорим об экономике граждане Украины. Живущие в Украине, они наблюдают, как за последнее время поменялись цифры в обменных пунктах, в банках. Гривна девальвировала по отношению к доллару и по отношению к евро. Если посмотреть в разрезе полугода, то падение составляет около 10 или 12%. Но надо иметь в виду, что именно за последний месяц произошло, скажем, ну, наиболее динамичное похудение гривны. И многие это связывают как раз с необходимостью наполнить бюджет, потому что понятно, что в условиях дефицита, скажем, бюджета, одним из способов наполнить бюджет является, ну, скажем, такое кровоизлияние, да, то есть вот когда гривна, она, скажем так, ну, чуть-чуть обесценивается, но зато ее становится больше в бюджете. О чем это говорить? Так, вот если вот мы говорим сугубо экономически, да, вот о чем это говорит в условиях российской агрессии, в условиях внешней конъюнктуры, и какие ваши прогнозы, скажем так, будет ли гривна дальше девальвировать? Ну, давайте начнем с прогнозов. Прогнозы у меня, к сожалению, пессимистичны, потому что то, о чем вы сказали, это результат нескольких действий, которые повлияли на экономику страны и, в первую очередь, на бюджет страны. Первое связано со структурой внешней помощи Украине. Украина в 2022-2023 году получала где-то 50-60 миллиардов долларов внешней помощи. И я думаю, что в 2024 году она получит столько же. Но проблема заключается в том, что если в 2022 году около 50% помощи направлялось непосредственно в бюджет для финансирования трат государства, а 50% на вооружение, то в 2023 году это уже было где-то 60 на вооружение, 40 в сторону бюджета, а в 2024 году это, скорее всего, будет 80 на 20, то есть только 20% получит украинский бюджет. Почему? Потому что стоимость вооружения для Украины, она постоянно растет. Если в 2022 году, в 2023 это в основном была либо старая западная техника, либо старая советская техника, то в 2024 году уже приходится производить новую технику и в Соединенных Штатах, и в Европе, и это во много раз дороже, чем было раньше. И поэтому бюджет объективно сейчас получает меньше денег, чем в 2023-2022 году. Далее, ужесточились условия предоставления денег Украине. Если в 2022 году где-то две трети это была безвозмездная помощь, то сейчас около двух трети это кредиты. Даже Соединенные Штаты, выделив где-то месяц назад 60 миллиардов долларов на этот и следующий год, указали, что часть – это кредиты, кредиты, которые нужно будет возвращать. Это первый фактор, объективный. Второй фактор связан с законом о мобилизации. Украина долгое время сопротивлялась принятию этого закона, потому что все понимали, если его принять с жесткими карательными мерами по отношению к уклонистам, то это нанесет удар экономике. И тот закон, который есть, он предусматривает экономические и финансовые санкции по отношению к тем, кто отказывается идти по пути мобилизации. И вот тот всплеск на валютном рынке, он, который есть сейчас, последний месяц наблюдается, он связан прежде всего с этим законом, потому что многие украинские мужчины, которые
решили все-таки не участвовать в мобилизации, они пытаются максимально обезопасить себя финансово, снимают деньги со счетов, стараются перевести на кого-то свое имущество. И, конечно, эти деньги, они пошли на валютный рынок, и вот поэтому именно вот за последний месяц такой всплеск девальвации. К сожалению, правительство Украины пока отказывается от того, чтобы начать экономические реформы, и прежде всего начать реформы с себя, реструктуризацию системы государственного управления, уменьшение количества министерств. Это почему-то не делается, а, скорее всего, будут приняты меры по увеличению налоговой нагрузки на экономику, на граждан. Есть законопроект о росте НДС, о росте военного сбора. Но вы понимаете, что в этом случае нагрузка на экономику возрастет, количество желающих официально, легально работать тоже уменьшится. Но это такой эффект от роста налогов. Поэтому эта ситуацию с бюджетом не поправит, а вот те тенденции негативные, о которых вы говорили, не будут развиваться. Сергей, вот Марк Твен говорил, мое любимое выражение, существует ложь, чертова ложь и статистика. Вот когда мы слышим о росте количества ФОПов, то есть индивидуальных предпринимателей, физические лица предпринимателей, ФЛП. Ну, безусловно, радуется душа, радуется сердце, потому что люди начинают заниматься, скажем, предпринимательством. Это все правильно, это очень хорошо. Это мы пока еще не затрагиваем налоговую реформу. То есть все правильно, все хорошо. Но потом скептики, с которыми я абсолютно не согласен, они начинают анализировать структуру, скажем, ну, новых ФОПов, так? И высказывают какие-то фантастические гипотезы, связанные с тем, что новосозданные ФОПы очень часто это те ФОПы, которые, скажем, существуют, то есть возникают для решения неких технических задач в госсекторе и в приватном секторе. Называем это очень аккуратно. Да? То есть это не ФОПы, как вот предприниматели, да, а это ФОПы как, это ФОП как инструмент, как технология решения проблем по возникших, да, у госсектора либо вот у частного. Как вы на это смотрите? Да? Потому что то, что я наблюдаю, и то, вот я общаюсь, да, скажем, я не проводил социологическое исследование, ну, чисто мое наблюдение, что все-таки людям достаточно сложно даже платить тот базовый сбор, который предусмотрен для первых двух групп ФОПов. Не третьих, которые оказывают услуги, а первых двух, которые платят, как бы, ну, можно сказать, сбор стандартный, вне зависимости от выторга. Плюс они должны платить ЕСВ, значит, что тоже там 1700, там 1750 гривен. Это все не маленькие деньги по нынешним временам. Вот как вы видите ситуацию с индивидуальным предпринимательством в Украине? Ну, я думаю, что та тенденция, о которой вы сказали, она поменяется, опять же таки, из закона мобилизации, и уже даже не будут ФОПами регистрироваться, потому что, в общем-то, можно достаточно легко найти банковский счет ФОПа. Поэтому, да, был такой момент. Я все-таки здесь тоже скептик, и вот я когда читаю информацию о наших депутатах, министрах, и оказывается, что у каждого из них есть жена ФОП, дочь ФОП, и когда выясняется, что семья вдруг приобретает большую недвижимость, особенно в условиях войны, это выглядит странно, то сразу же заявляют, ну так муж работает честно, а жена предприниматель тоже честно зарабатывает миллионы. Поэтому здесь я бы все-таки тоже проверял некоторые ФОП, особенно те, которые связаны с реализацией международной помощи. Потому что вот
Ну, каждый крупный чиновник имеет общественную организацию, которая получает иностранные, реализовывает иностранные гранты. У каждого есть родственники ФОКа, которые потом эти сотни тысяч долларов как-то реализуют. Это факт. Я неоднократно обращался, даже посольство США обратился 1,5 месяца назад с просьбой, ну, давайте я вам помогу, потому что как-то вот миллиард долларов выделен на некоторые гуманитарные цели только Соединенными Штатами, а вот как бы цели не достигнуты, миллиард долларов нет. Но пока наши партнеры, они стараются делать вид, что вся помощь, она уже, во всяком случае, потрачена эффективно. Поэтому здесь этот момент, как вы сказали, вот решается сиюминутные проблемы, в том числе, как потратить большие деньги, которые получают государственные структуры. Ведь проблема не только в том, что эти структуры, они просто сейчас не нужны, а на них идет большая часть западной помощи. Понимаете? И это, в этом проблема. То есть люди не только они, ну, делают вид, что чем-то занимаются, на них тратится большая часть денег, и поэтому возникают проблемы с тем же оснащением армии, когда вот волонтеры потом многое делают. А когда возникает вопрос, а на что потрачены деньги, вот они через систему ФОП в том числе тратятся. Поэтому здесь, я думаю, что надо внимательно смотреть на этот вопрос. В государстве-агрессоре России, которое, мы надеемся, в ближайшее время распадется на мелкие какие-то квазиобразования, которые перестанут угрожать Украине. Так, надеемся, что диктатор Путин отдаст Богу душу. Все бывает в этой жизни. Но пока, если посмотреть на экономику государства-агрессора, мы видим, что проходит налоговая реформа, идет рост подоходного налога. Это тоже вызвано агрессией против Украины, потому что бюджету российскому нужны деньги. Там подоходный налог, он был, если у нас, ну, по сути, подоходный налог 18%, то там был плоский налог в 14%. Это, кстати, была еще реформа Касьянова. Это первые несколько лет пребывания Путина в власти. Тогда действительно было резкое снижение налогов в России. Сейчас, наоборот, идет повышение. Ну, к чему это говорю? Там интересно другое. Там интересно то, что там борется с индивидуальными предпринимателями, которые, скажем так, то есть с индивидуальными предпринимателями, с помощью которых скрывают трудовые отношения, да, то есть чтобы не платить целый набор, скажем так, налогов, да, минимизируют, ну, собственно, как у нас через ФОПов, так у них через ИП расходы, да, и с этим там в государстве-агрессоре Россия начинает бороться. Есть даже критерии, по которым можно определить, это трудовые отношения или это отношения реально бизнес-отношения. Ожидаете ли вы какую-то подобную борьбу вот в нашей стране, опять же, с учетом того, что нашему бюджету как никогда нужны деньги на борьбу с российской агрессией, да и вообще давно уже говорилось о том, что, скажем, индивидуальные предприниматели или ФОПы в Украине, они должны быть упрощены, а вместо них, ну, скажем так, должны люди либо ТОВки регистрировать, ну, либо идти в найм. Ну, знаете, тут немножко поразила фраза ваша, что Путин отдаст Богу душу. Но это, в принципе, невозможно. Он же свою душу отдал дьяволу, поэтому в этом-то и большая проблема, потому что как раз диктаторы, они живут очень долго, и у них нет каких-то там зазрений совести и все остальное. И Сталин так жил достаточно долго. Поэтому, да, единственная надежда сейчас Украины – это то, что Россия распадется, что Путин умрет. И, ну, я не футуролог, Вы не же знаю. помните, Но если это произойдет… Сергей, то, что сказал Черчилль: если Гитлер вторгнется в ад, то
Я Черчилль заключу союз с дьяволом. Да, так вот, и то же самое, то, что вы сказали в Украине. В Украине, понимаете, у нас государственная власть связана с бизнесом. Кого ни возьми, у каждого есть там, кто в Киеве живет, какой-то бизнес, то ли жена бизнесом занимается, то ли родственники и так далее. Поэтому как раз в Украине все наоборот происходит. Вот та налоговая реформа, о которой мы уже начали говорить, она подразумевает рост НДС. То есть НДС поднимут, и все будут платить, все. Мы с вами будем платить больше. Рост военного сбора, в том числе и на предпринимателей, будет распространяться и тоже добавлять расходов. То есть у нас в Украине, к сожалению, несмотря на войну, ничего не поменялось. Как вот раньше дороги строили, сейчас вот так тратят деньги и западной помощи. Очень и очень неэффективно. И в России происходит все наоборот. Иногда диктаторские режимы, хоть они античеловеческие, хоть там в России, в принципе, задушено практически все хорошее, но они с точки зрения экономики, с точки зрения ведения военных действий, они более эффективны. Потому что диктатор может заставить подавляющую часть экономики работать на себя и на свои цели. И вот мы увидели, да, вот главная ошибка Запада, когда вот они, в общем-то, предвидели эту войну, ожидали и, в принципе, были уверены в том, что Россия проиграет. Вот ошибка заключается в том, что думали, что российская экономика развалится, что из-за вот таких беспрецедентных санкций люди просто восстанут, бизнесмены восстанут, и они уничтожат Путина, и он и месяца не проживет. Но не удалось. Не удалось, когда диктатура оказалась сильнее недовольства. И поэтому вот то, о чем вы говорите, рост подоходного налога, у них один из самых низких подоходных налогов. И когда-то это действительно привело к тому, что люди начали платить в России налоги, а сейчас они будут платить там 1,5-2 раза больше. И это действительно наполнит их бюджет. И, скорее всего, не будет там особых протестов, а если возникнут, то диктатура уничтожит всех. То есть российская экономика и ее возможности финансировать войну, к сожалению, постоянно увеличивается. Вот, понимаете, те же американцы, которые вот спланировали это все, они думали, что русские такие же, как американцы. А русские как раз наоборот, понимаете? То есть когда их зажимают, когда у них забирают свободу, когда им говорят, что вот единственный путь – это идти воевать и умирать, очень многим видится это правильным в России. То есть они по-разному, у них мышление прямо-таки противоположное нашему. Поэтому в Украине это не сработает, а в России, к сожалению, сработает. Поэтому эта реформа, она, к сожалению, увеличит поступление в российский бюджет. А то, что предлагают в Украине, в чем похоже, да, рост НДР, рост, оно приведет к обратному, потому что украинцы будут уходить. Понимаете, украинцы – гордые люди. И когда начинают в условиях войны заявлять, что люди должны платить больше, предприниматели должны платить больше, то значительная часть населения делает наоборот, потому что раз на нас давят, мы покажем, что мы свободны. Поэтому вот, к сожалению, возможности по финансированию войны в Украине будут снижаться, а в России, очень жаль, они, боюсь, будут возрастать. Знаете, я обратил внимание, что активно рекламируется, промотируется в Украине возможность открытия компаний, бизнеса в других налоговых юрисдикциях. Ну, прямо скажем, сейчас век интернета, век технологий, можно и дистанционно компании открывать. Это предусмотрено, разрешено украинским законодательством. Правда, если у тебя 50 плюс процента или 30 плюс, ты должен зарегистрировать как КИК. То есть лицо, которое осуществляет эффективный контроль над компанией. А если это индивидуальное предприятие, предприниматель где-то в Европе, ты вообще как бы и не сообщаешь об этом. Правда, там потом по налогам, если обмен за работой, декларации, нужно будет, безусловно, об этом сообщать. Но, короче говоря, к чему я говорю? Что сейчас не приведет ли это к тому, что украинский бизнес, тот, который может мигрировать, он будет стараться
даже не физически релоцироваться, а юридически релоцироваться, особенно если у него клиенты, собственно, находятся за рубежом. А ведь зарубежные клиенты – это те, которые приносят валюту. И мы видим по падению выручки IT первые звоночки, где IT – это та отрасль, которая традиционно Украине очень много приносила, так, а за счет, опять же, внешнеэкономических контрактов. Получается, что эти деньги сейчас остаются в Европе либо там в других международных юрисдикциях? Да, так и будет происходить. И этому будет способствовать ужесточение требований к мобилизации. Вот этот закон, который был принят, он очень плохой. А И экономическое опять-таки, бронирование вроде будет работать. Ну, экономическое бронирование не будет работать. Если бы оно работало, мы об этом с вами говорили, это был путь, это был цивилизованный украинский путь решения проблем и наполнения бюджета и службы в армии. Понимаете, почему сейчас большая часть мужчин старается не служить в вооруженных силах? Не потому, что они патриоты, потому что мы украинцы. И когда нас пытаются заставить что-то делать, у нас обратная реакция, потому что мы вольные люди. В начале войны, полномасштабного вторжения, мы все знаем, да, толпы, толпы. И было бы то же самое сейчас, если бы поменялось отношение к людям. Когда людей рассматривают часто как рабов, либо как бизнес, как источник пополнения бюджета, вот главная функция, то бизнес поступает наоборот. И то, что вы сказали, но будет происходить, в том числе и закон о мобилизации, то есть будут открывать счета за рубежом, чтобы не было счетов. Потому что арест счетов, знаете, это последнее дело. Когда предприниматель понимает, что если он успешно работает, либо не успешно, а его счета могут заморозить, и вообще вся деятельность прекратится, где он откроет счет? В Украине или за рубежом? Поэтому будут перетекать и финансовые ресурсы за рубежом, и новые предприятия, и те же айтишники, вы увидите, их количество официально работающих в Украине будет сокращаться. Даже они будут сидеть все дома в Украине, но они будут работать через иностранные компании, и там будут держать деньги, а не в Украине. Сергей Кубовский, доктор экономических наук, профессор, был сегодня с нами. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, Михаил.